Итак, всем привет, ребят. Итак, всем привет, сегодня я предлагаю очередной видосик по игре Helic Impressing 2. И сегодня я... И нам нужно добраться до финиша. Давайте погнали. Мой друг. Спасибо, что он меня догнал. Я, ребята, я не могу его догнать. Поэтому спасибо. Да. Через столько людей. Короче, ребята, так. Ну, он глупо так со мной играет, я не знаю, кто он играет. Он со мной не играет. Это мой друг. Глупый. В другом месте. Так, без... Да, у меня очень много денег. Два монетки. Давай. Ты мне дотори. Давай ты. Еще не знаю, что зовут. А он тоже Динка. Я не знаю, что это Динка. Или Динка. Смотри, куда меня на них, а давайте еще раз. Давай. Ну, я не знаю, если не дата. Я не знаю. Блин. Ну давайте. Что? Это что? Что за машина? Давай. О, я его догнал. Ну давайте. Ты слышишь, что за ним заболел, да? Ну, просто так, чтобы я его поменял. Я ему не поменял. Ты у него машина прокачана. Прокачана, но... Я... О, есть тренер вызов. Давайте. Реклама, блин. Ну, всегда мне реклама выпадает. Мне разводится реклама. Пропускаем рекламу. Так, меня новый друг победил. Да блин, что такое? Вот и есть победа. Тут можно попробовать. Ну, ребята, если это играть, я у меня машинка все-таки попил. Да, я их не прокачал. Я его докачаю, потом мы можем... объяснить, и там можно играть, я поиграю с кем-то, я могу поиграться. Я с вами был на канале Артём Нефтов, и ставьте лайк, если вам понравилось видео, не забывайте поставить на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и поставьте, пожалуйста, лайк, всем пока, пока-пока.